Какую роль в судьбе будущего педагога-хореографа сыграла Галина Уланова? Я впервые увидела именно трансляцию из Большого театра балета. По-моему, была «Лебединая». И я сидела с раскрытыми глазами, с открытым ртом. И я говорю: мам, я тоже хочу так танцевать. Я тоже хочу так научиться этому. Что заставило молодого химика пойти по стопам матери и вернуться к танцам? Не, ну понятно, мама. Понятно, да, возможно, это и гены, и... Ну, да, и танцевала я, вроде бы, кажется, что... По наследству, да, все это передается. Какое условие является главным для продолжения профессиональной династии? Главное, чтобы у нас была большая семья, чтобы как бы у нас мы всегда были вместе. Смотрите программу «Профессия по наследству» 29 ноября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».